Дэнни номер 23 пишет, что у него сегодня день рождения. Можете меня поздравить? Бывает, я бы так сказал. Да. В смысле? День рождения? Бывает. Поздравляем. Вот 30 августа, например, был день рождения там у Пети Сальникова и у Геворга Акопяна. Ну, то есть, каждый день случается день рождения. В этом нет ничего особенного. Круто поздравил. Царски поздравил. Ладно, поздравляем тебя. Да, с днем рождения.